Касым-Жомарт Токаев поздравил студенческую сборную Казахстана с успешным выступлением на Всемирной зимней универсиаде. Ваши победы стали настоящим подарком для всех болельщиков. Вы достойно представили нашу страну, продемонстрировали мастерство, талант, волю к победе. Вы оправдали надежды болельщиков, говорится в поздравительном послании. По итогам завершившейся универсиады сборная Казахстана расположилась в общекомандном зачете на 11-м месте с 11 медалями.